давай. Что, наш неубиваемый? Так, а здесь же радиация, может быть, об этом не так? Мы радиацию уже определили. Да. Нет, подожди, а здесь что-то, значит, эти гамма. Потому что это самый желтый круг, это гамма. Нет, желтый, да, желтый круг это гамма. А у нас желтая радиационная опасность 2, у нас желтый только 2, она должна быть желтым цветом. Желтый круг это гамма. Да. У нас только 2 только излучения здесь осталось. Вычеркиваю тоже. Значит, у нас взрывчатые могут быть кто угодно из этих. Держи, смотри, треугольник. Только не треугольник. Тебе нравится? А, подожди, треугольник у нас синий еще есть. Вот синий треугольник круг. Синий треугольник круг, вот он. Так, а это кого-то обвел. А, это гамма была. Значит так. Синий треугольник круг. Я там все исключаю. Подожди, подожди, почему? Подожди, потому что треугольник не мог... Я про взрывчатку сейчас пока смотрю. Так, а давай здесь посмотрим. Мутаген это токсичная, знаешь? Токсичная, вопрос. Вопрос. Это, про мутаген непосредственно у нас не говорится. Мутаген как бы напрямую к токсичным не относится. Мутаген токсичный. А, ну, то есть мутаген токсичный. А сталкеры ушли, ребят? Нет, ну мутаген химия, да, токсичный. Ребята, сталкеры ушли. Ребята, где эти два сталкера? Они только что ушли. Народ, эти два сталкера, вон туда сейчас ушли. Откуда пришли? Два сталкера, которые пришли, они, по-моему, туда сейчас ушли просто. И все. Это чего? Так мы же им заплатили, кого возьмем? По-моему, они взяли деньги и ушли просто. И все. Здесь продуктивнее, чем у долго было. Символ окисляющий. Ну, евланили больше. КТ, КТ, это значит, да, это значит, да, значит, да, тут еще из-за того, что вот это спиздили. КТ, КТ. КТ, это красный треугольник, да? Да. Угу. Отлично, записали. ХК, что вы записали? ХК это альфа, значит. Гамма. Гамма, пардон. ХК это красный... Желтый квадрат. Желтый. А, это ЖК. А, желтый. Кать. ХК. А у нас такой есть? А, нет. Скажи, что тут задачки интересные. У вас есть ЖК. Задачки интересные. Это стоп, желтый круг. Это гамма, желтый. А, желтый круг. Да, это он. Желтый круг. Вот, осталось еще выяснить два. Вот он один. Синий треугольник квадрат. Это не окислитель. Использовать треугольники это не окислитель, не токсичный, не взрывчатый, так? Кать!